Ребята, я только что увидел что-то очень интересное и захватывающее на дороге. Это что-то двигалось, и я хочу его срочно догнать. Правда, я не знаю еще в какую сторону. А, вот оно, смотрите. Я обязательно за ним поеду, хотя мне не в эту сторону, я должен его снять. Ребятки, ну, что это было? Давайте смотрим. Опачки, ребята, опа, смотрите, какая прелесть, что это было? О, так, что-то шустро едет как. Ух ты, так, сейчас мы посмотрим, что же там красненькое такое, ГАЗ-51 или ГАЗ-52? Ну-ка. Вот ты какая прелесть. Ну-ка. Ага. Смотри, как красиво. Очень красиво, да. Горьковский автомобильный завод написано. Сделали будочку какую-то современную. Смотрите, как шустро едет. Ёпрсте, а. Нам нужно догнать его, ребята, я еще не рассмотрел. Очень красивая машинка. Вот она, голубушка, вот, а колесики какие. Смотрите, диски красные, а, обратите внимание. Диски красные, ой, красавец. Так, ну он поворачивает направо, и мне направо, отлично. Ну-ка. Так. Так. Какая красота. Кузовочек сделали красивый, молодцы. Уголочки как они сделали верхние. Наверное, АБС-формовка. Ну-ка. Так. Смотри, как покрашено красиво. Вот мне тоже так же надо будет красить. Тоже так хочу красить. Давай, езжай, пропущу тебя. А, пропущу, да. Красавец. А, как красиво. Ребят, смотрите, белый капот и красное оперение. Крылья, решетка, ГАЗ-51. ГАЗ-51 собственной персоной. Какая прелесть, ребята. Сейчас он будет нас обгонять. Так. Отлично. Гонщик, как он едет быстро. Какой красавец. Фу. Шикарная машинка. Вот она. Супер, просто супер. Смотрите, как сделано красиво. Фургончик современный, самодел. Я, кажется, его вижу, он приближается. Этот газончик ГАЗ-51. ГАЗ-51. Смотри. Вот она.